Экскурс в студенческое будущее. В Ивановском государственном политехническом университете абитуриенты теперь могут узнать о предлагаемых специальностях не только из буклетов, но и увидеть наглядно, что предстоит изучать в ближайшие несколько лет, выбрав факультет. Акция носит название «Школа успешного абитуриента» и проходит в ВУЗе впервые. Задача – познакомить пришедших, аудиторию, с теми образовательными программами, теми возможностями, которые могут дать наши преподаватели, наш ВУЗ, для того, чтобы дать старт успешной карьере. То есть, и, конечно, мы рассчитываем на интерес в виде дополнительного количества поступающих, дополнительного количества заявлений. Первой в рамках акции презентовали кафедру техносферной безопасности. Не случайно к акции присоединились и сотрудники МЧС. Они могут рассказать ребятам о перспективах трудоустройства после получения диплома. Специальность инспектора по пожарной безопасности всегда актуальна и востребована. Естественно, мы живем в таких реалиях, что у нас практически каждый день случаются какие-либо чрезвычайные ситуации. Не только на территории Ивановской области, но и в целом по России и в мире, можно говорить. Естественно, профессия спасателя, она в настоящее время очень востребована, и данные люди первыми всегда приходят на помощь, и именно студенты политехнического университета в последующем будут являться большим подспорьем для нас, для нашей службы. Будущую специальность за абитуриента нередко выбирают родители. Но теперь у ребят есть возможность самим узнать о предлагаемых направлениях обучения. Такие презентации политех будет проводить до конца июля. Расписание есть на сайте вуза, чтобы вчерашние школьники могли сделать свой первый самостоятельный и очень важный выбор. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.